категорически здрасте. Сегодня не совсем трешовый хит-парад. Ну, начнем, пожалуй, третье место. Вполне нормальная игра Sniper Ghost Warrior. Итак, вновь очередной боевичок от компании City Interactive. Если раньше они штамповали одинаковые второсортные стрелялочки, то в данной ситуации они просто сделали гигантское усилие над собой и замутили, наконец, нормальную игру. Да я сам не ожидал даже такого. Короче, замут этой игрухи в том, что американская демократия пришла очищать режим диктатуры на выдуманном острове. Как всегда, значит, злой генерал присвоил своей стране все ее богатства. И вот янки под предлогом того, что надо делиться, отправляют в эту маленькую страну своих тайных спецназовцев. Да, мы в игре играем несколько ролей. Снайпера, штурмовика, спецназа и даже командира отряда повстанцев. Так что вроде заварушка обещает быть веселой. Но это только на первый взгляд. Вся игра делится на 10 локаций. Конечно, львиную долю из них занимают джунгли. Но встречаются и очень милые уровни, по типу древних ацтекских развалин. Но на самом деле и джунгли, и развалины выглядят просто прекрасно и очень детализированно. Что ж, глазюки разбегаются. А вот все остальное выглядит как-то не очень. Уж очень бедно. По мнению польских разработчиков, деревни в Южной Америке состоят из простых досок и одной кровати. Малая детализация, конечно, не так страшна. Главное, чтобы геймплей был классным, правда же? Но вот тут нареканий у меня немного. В игре, как мы и ожидали, есть миссии тихих убийств, где главное не спалиться, а глушитель наш единственный друг. И миссия открытого боя, где фигачить всех направо и налево, хоть с ней снайперкой, хоть из автомата. Всего на игру у нас будет часов 6, не более. Кстати, миссии за снайпера очень радуют. На первых порах ждать, когда снайпер задержит дыхание, очень интересно. А полет пули вообще отдельная тема. При попадании в жбан вражин только так их плющит, разбрызгивая кровищу. Да вообще, перестрелки тут довольно-таки забавные. С оружием особо не разгуляешься, но все же три вида снайперских винтовок, в том числе и великолепная СВД, четыре вида автоматов. А вот ракетниц и прочего дерьма тут нет, потому что мы максимум противостоим людям. Никаких танков, никаких вертолетов тут нет. Как-то не хардкорно получилось. А ведь это было бы интересненько, дуэль снайпера против вертолета, а? Ну и конечно уже по традиции в игру добавлен необязательный поиск секретов. А секретами тут подразумевают ноутбуки, разбросанные по уровням с различных тайных и укромных уголках. Сами секреты представляют собой просто обычные письма, рассказывающие о том, что происходит на острове во время американского освободительного вторжения. Ничего особенного, просто это стебово. Задания в игре настолько банальные и обыденные, как любой боевик категории «Б». Заложи взрывчатку, пометь поля, убей, спаси и так далее. Конечно же, это все сюжетные ходы были. Они настолько банальны. Вот, например, такие, как предательство, плен, побег и так далее. И тому подобное. Ну что можно было ожидать от поляков? У них на лице, вернее, на лицо эволюция. Единственное нарекание вызывает только музыка. Она настолько не запоминалась, что словно писали ее представители монгольского андерграунда. Какие-то полувялые завывания и все. Озвучка, ну я, конечно, не знаток испанского языка, но враги говорят с мерзким, на мой взгляд, акцентом. В общем и целом, игра вышла на твердую четверочку. Снайпер Ghost Warrior просто сделан по ГОСТу. Он мне очень напомнил недавно вышедший боевичок со Сталлоне под названием «Неудержимые». Тоже вымышленный остров, тоже злой генерал, тоже америкосы, тоже Мочилова. Только вот на тот фильм в армии злодеев было всего 300 человек. А в игре только мой персонаж по статистике убил 1012. Интересно, какие кошмары ему будут сниться после этого? Но он все же машина для убийства. В общем, игра от City Interactive наконец оставила положительное впечатление. Так что при всем неуважении к тупому сюжету, в нее стоит поиграть. Ладненько, переходим ко второму месту. Итак, второе место отдаю игре под названием Necrovision. Сейчас задумайтесь и скажите мне, много ли вы игр знаете на тему Первой мировой войны? Да, на ум приходят только стратегии, но сегодня я вам хочу представить шутер, в котором действие происходит в Первую мировую войну.
Да, немного мы побегаем по траншеям и постреляем в армию кайзера. Почему немного? А потому что ж дальше просто начинается дикий трэш. Ладно, мы все уже привыкли давно к зомби-нацистам. Но тут же зомби-фрицы из армии Вильгельма. И все равно чувствуется, что все это уже где-то 100 раз уже было. Конечно, все это выглядит в антураже окопной войны и выжженных земель Вердена очень необычно и стильно. А самое главное, разработчикам с успехом удалось воссоздать обстановку разрушенной Европы того времени. Конечно, не идеально, можно и лучше, но все же давайте радоваться тому, что есть, а? Что с сюжетом? Сюжет тут, мягко говоря, оригинален. Итак, идет ужасная Великая война. Ее решающий этап. Союзники обороняют Верден, а немцы браво штурмуют позиции врага, а потом и наоборот. И вот америкосовскому добровольцу в одной из атак не посчастливилось. Он попал под яростный обстрел врага и оказался в ихнем тылу. Дальше начинается полная каша, потому что вместо того, чтобы вернуться в свой полк, правый америкосовский вояка решает идти дальше по территории немцев. Возможно, в его головешку закралась идея в одиночку взять Берлин, но все же пока мы путешествуем по разрушенным городкам, деревням и монастырям. Нам встречаются в основном солдаты, зомби-солдата и немногие разновидности тварей. Но стоит нам отправиться в другую реальность, вот там начинается веселье. Конечно, мы по ходу узнаем все подробности происходящей вокруг жести. Некий ублюдок, ученый по фамилии Циммерман, возомнил себя богом и стал проводить всякие гадкие эксперименты. Как это на Циммерманов не похоже? Ну ладно, сюжет и прикол обсудили, давайте все же немного о графике. О да, вот тут-то душа у разработчиков разошлась вовсю. Все, что мы мало-мальски знали о Великой войне, воплотилось в игре. Танки, кстати, которые были приняты на вооружение гораздо позже событий, развивающихся в игре, дирижабли, гигантская артиллерия, окопы, трупы и газы. Да, нам частенько придется бегать в противогазе. Это выглядит довольно-таки мило. Надо же все привязать к каждому событию в Первую мировую. Конечно, немного дико в этом всем выглядят гигантские орки и прочие чудища, но все же они выглядят тоже стильно и хорошо вписываются в обстановку. Отстреливать мы их будем как и тем набором оружия, что был исторически в этот период, так и немного бредово-футуристическим. Так, ну ладно, что тут дальше? А дальше музыка. Музыка тут, конечно, присутствует, но как-то она прошла мимо меня незамеченной. Словно ее и не было, что-то там завывало на заднем плане и все. Звуки взрывов, стрельбы, криков агони и рычания выполнены на среднем уровне. А вот озвучка, в данном случае локализация, вполне хороша. Встречались и похуже. Тут хоть ребята-актеры попытались выжать из себя хоть мизерные, но все же эмоции. Ну и что можно сказать в общем про эту игру? Сыграйте в нее обязательно, редко что-то можно увидеть про Первую мировую войну, да к тому же еще и настолько трэшовая. Ну и будем надеяться, что когда-нибудь появится игра, где мы будем бороться с кайзером в рядах нашей русской армии. А пока переходим к первому месту. Первое место я без особых раздумий отдал игре Singularity. Почему? Потому что в ней есть все, что нужно для веселой трэшовой игры. Давно я не видел америкосовской игры о советской действительности. Нет, что вы, им, конечно, виднее, как строится предложение, как выглядит русская архитектура, какие у нас фамилии. Ладно, мы когда-нибудь тоже сделаем игру про жирных ковбоев. Короче, в общем, смысл в том, что игра – стебовый трэш о приключениях бравых янки в заброшенном советском тайном острове под названием «Каторга-12». Кстати, недавно узнал, что вторая игра будет происходить в Сибири, в тайном городе ГУЛАГ-2000. А третья часть этой игры посвящена месту под названием Балалайкинград-15. Про остров и секретный советский исследовательский центр еще можно поверить. Но вот про то, что там изучали, увы. Значит, нашли на этом острове злые советы ужасный элемент под названием Е-99. И решили сделать там свое тайное оружие, способное уничтожить любого врага. Построили городишко для рабов, порт, заводы и станции. Короче, все как надо.
Ну вот в один прекрасный денек все это как следует шарахнуло, да как трахнуло, что все померли, и при этом островок забыли на долгие годы. Но потом, конечно, появляются бравые американцы. Их сбивает неизвестная человечеству хрень, люди, которые выжили, бегут на остров к радиовышке. И попутно узнают, что на острове еще живут куча тварей. Особенно впечатлило начало игры. Вот он, советский Silent Hill. Тут все ж как надо, и призраки пионеров в школе, и следы ужасного хаоса, и везде трупы, трупы, еще раз трупы. Эта часть игры доставляет удовольствие, а вот дальше начинается настоящий трэш. Ибо против нас отряды нового генсека Демичева, и советские солдаты из прошлого, и советские солдаты из будущего, и самое главное — монстры. Их видимо-невидимо. Но, к сожалению, их видов не так много, но все же они весьма колоритны. Особенно порадовали мутанты-прыгуны в форме с надписью ОМОН. Есть как и огромные уродцы, так и мелкие бесячие пауки. Все как надо, кровь льется ручьями, патроны расходятся тысячами. Особой сложности в игре не наблюдается, враги туповатые, стреляют криво. Особо интеллектуальных маневров не предпринимают. Монстров легко отстреливать. Парочка сложных участков, безусловно, есть, но если бы их не было, эта игра была бы просто простой прогулкой. А еще нам реально облегчает бегать не по уровням такая замечательная штучка, как левая рука под названием Дуня Кулак, под названием МВП. Что-то типа матерный визуальный пульверизатор. О, вот это вот хрень великолепна. Конечно, самое веселье начинается тогда, когда мы ее как следует прокачаем. Но все же в самом начале она чертовски веселит. Вот оно, наверное, единственное оружие в игре, которое доставило много положительных чувств. Все остальное — стандартный набор для любой стрелялочки. Пестик, автомат, дробовик, пулемет, гранатомет, ракетница и так далее и тому подобное. Как оказывается, на острове выживших хомо-сапиенсов много. Одна из них — классная тёлочка, которая нам помогла. У нее попка прям как орех, так и просится на грех. Все остальные герои, как всегда, стереотипны. Злодей Демичев, гениальный доктор. Но вернемся все же к визуальной части игры. Ибо именно она стоит того. Все в игре выглядит классно, за исключением, конечно, гнусных стереотипных плакатиков. Глаз радуется картинке, а ухи радуются музыке и озвучке. И кажется, что все хорошо, но нет. Игра хоть и короткая, но над некоторыми местами заставляет все же задуматься. Ибо проходы засунуты в такие черные дыры, что можно минут 10 бегать и не понимать, что надо сделать. Но это все же, наверное, больше плюс этой игры. Хочется хардкора. А что напоследок я хочу добавить, что в игре три концовки. И это реально круто, потому что нам захочется посмотреть все три. А значит, игра удалась. Поэтому первое место. Ну и самое главное. Ведь игра должна нам запомниться. И она запомнилась. Больше, чем Биошок или что-нибудь еще. В ней можно сделать так, чтобы Советский Союз стал править миром. Но это же просто праздник какой-то. Конечно, если бы не все говномерикосовские стереотипы и очередное истребление своих же граждан, игра была бы просто трэш-конфетка. Но, увы, мир чертовски стереотипен. Но все же надежда умирает последней. И будем надеяться, что потом выйдет что-то вменяемое. А пока обязательно поиграйте в игру Singularity, ибо она того стоит.